Ребят, смотрите, где я отдыхаю. Какие классные острова. Эх, ну ладно, ладно, это всего лишь обои. Всем привет, ребята, Кент пока на проводе. И у меня к вам всего лишь одна небольшая просьба. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И прямо сейчас мои любимые родители попросят вас тоже это сделать. Мам, скажи, что поставь лайк. Да не лайк просто, не все ставят. Я говорю, поставьте лайк, а знаешь, а некоторые люди просто смотрят видео и все. Мам, ну скажи, что поставлю лайк. Ну, пожалуйста. Поставьте лайк этому балбесу. Чего? Мам, ты такой батон крошишь. Ладно, мам, я тебя люблю. Спасибо. Ну что же, кто, ребят, не знает, у меня недавно было день рождения. И я вам хотел бы показать, что же мне подарили. Вот это все я буду кушать. Она пипец большая, ну где-то, не знаю, ну, короче, очень большая. А куда половина торта пропала? Пипец. Я в шоке. Вот это подарок. Мам, где полная торта? Ну ладно, торта нету. Ну ничего, ребят, я узнаю правду, я вам все скажу. Мы добьемся правды вместе с вами. Мы узнаем, кто съел мою половину торта. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и это начало моего дня. Я вам скажу только одно. Почему я так поздно ложусь? Вот я сам себя не понимаю, вот я каждый день поздно ложусь, потом рано встаю, и когда я встаю, вот я себя прям чуть ли не обещаю, что на следующий день я буду ложиться раньше. Но потом на следующий день повторяется картина предыдущего дня. Так что, ребята, такие вот пироги, буду вставать, буду идти в универ, буду идти на тренировочку. И, конечно же, ребята, как вы знаете, британские ученые недавно доказали, что утро надо начинать с пиццы, так что вот я соблюдаю все рекомендации британских ученых, все-таки это уважаемые люди, и я буду кушать. Опа. Ну что, я уже выезжаю на тренировочку. Опа. Здорово, Илюх. Здорово, бандит. Ребят, знаком, здесь мой лучший друг Илюха. Здрасте. Здорово всем. Все, погнали. Илюха немного стесняется, но все-таки бывает такое, да, Илюх? Меня много людей увидят. Но где-то 10 тысяч. Опа, приветик, это еще один мой кореш. Здорово, братанчик. Здоровочки. Передай привет. Здорово. Привет. Подписчикам. Что ты блогер, блядь? Слышишь, поставили лайк. Поставьте лайк, подписывайтесь, бля, блядь. Ну, блин, чувак, давай заново хотя бы. Поставьте лайк, подписывайтесь. Значит, там напротив солнца. Вот так, о. Да, конечно. Ставьте лайки. Не, без монтажа кину. Нет, так еще нормально. Это еще один мой друг, что ты купил себе машину. Оба ща, вот такие вот случайные встречи бывают. Все, ребят, поехали на тренировочку. Все, пока всем. Так, сейчас будем искать меня. Это, короче, самый лучший спортсмен из всех времен и народов. Ой, тебя тут нету. А чё меня нету, кстати? Походу, забыли добавить, да? Походу, этот момент вырезать. Погнал. Илюха толкает. Илюх, я также могу. Подержи камеру. Это 20 килограмм, если что. Сейчас, смотрите, как надо. Смотрите, как не надо. Сейчас. Это чтобы тебя полностью видно было, что ты не мог лечь. Ты толкнул, ты не жал. Это смотрите. Не повторяйте это дома. Блин, ребят, плохие новости. Я, короче, когда делал рывок, мне что-то резко стрельнуло. Да подожди, когда я делал рывок, мне что-то стрельнуло очень резко в спине. И сейчас спина пипец как болит. Ай.
Блин, Илюх, это не смешно. Ой. Спина пипец как болит. Блин, мне только впервые за 2 года тренировок. Это, короче, вообще я не ожидал. Блин, ну спина так болит, пацаны, вы бы знали, вот серьезно. Ой. Как будто, знаете, как будто играю в игру, и у меня осталось 20 хп. Вот примерно так же. Тут, короче, ребят, 2 девочки на меня запали. Я не знаю, что делать. Вот сейчас я буду проходить обратно мимо них, и мы посмотрим их реакцию. Что ты за блогер, скажи? Шок. Еще рано знать. Скажи на YouTube. Ох. Ох уж эти фанаты. Здравствуйте. Это тоже моя фанатка. Это просто адская боль. Спина прям мега сильно болит. Я, ребят, уже лежу, не знаю, уже лежу, наверное, час. И я не могу просто встать. Когда я встаю, у меня такая очень резкая боль между лопатками. Никому не желаю такого. Ох, ребята, ребята, я люблю свою улитку, свою маленькую школьницу, а именно Анечку. Знаете почему? Только что к ней позвонил, говорю, го гулять. В итоге мне Аня говорит, какое гулять, я еще сплю, давай на 6. Я говорю, не-не-не, на 6 не пойдет, давай хотя бы на 5. В итоге договорились пойти гулять с Аней на 5 часов дня. И самое обидное, что она мне сказала, чтобы я не вздумал даже ее снимать. Но это обидно, между прочим, потому что я у мамы видеоблогер. Ну, в общем, вы все увидите сами, что будет дальше. Я пока что еще полежу немножко, потому что спина до сих пор адски болит. Ну, а через часик, а вы через пару секунд все узнаете. Так, ребят, решил порадовать свою девушку Аню. И сейчас мы что-то найдем. Так, так, так. Я знаю, что моя Аня очень любит шоколадочки. Поэтому, ребят, сейчас сделаем приятный подарок моей любимой Тянке. Спина вроде немножко меньше начала болеть, хотя еще очень-очень сильно болит. О, ништяк, по скидочке. Как раз как и люблю. Ну что, я думаю, будет неплохо, да? Так, ну что же. Вот, ребят, мы видим увлекательный процесс появления на свет моей любимой Анечки. Анечка, появляющая на свет. Не хочу я появляться. Так, это твоя голова, правильно? Слушай, Анечка, а почему ты не показываешь свое личико, милая и очень красивая? А? Ну, второй варик не совсем правдивый. Я в шоке. Я в шоке. И это говорит бывшая модель. Ну, вы поняли, да? И зайдите, кстати, ради интереса к ней на страницу и просто сами посмотрите и оцените внешность. Нет, вот знаете, подожди, вот мне кажется, подожди, что... Подожди, фотки ладно. Могут отличаться от реальности. Ну так я тебе говорю же. Ты думаешь, что я бы встречался бы с некрасивой девушкой? Ты шутишь? Ты мне очень красивая, его Анечка. Заставили. Анечка, ты мне очень красивая, я тебя очень люблю. Его ты чё? Заставили. Кто меня заставил? Я в шоке. Анечка, ты очень красивая, я очень люблю тебя. Что ты прячешься? Ты же красоточка у меня. Анька, ты же красоточка у меня. Что ты стесняешься? Ну все, я не снимаю. Ладно, все. Ладно, ребята, ну что же, я думаю, что на этом наш видеоблог подходит к концу. Мне очень приятно было то, что вы меня смотрели, то, что вы ставили лайки, то, что вы подписывались на мой канал, писали комментарии и так далее. Я, ребят, не знаю, видеоблоги мое или нет, но скажу правду, мне понравилось. То есть это было круто, это было весело, это было интересно. Так что, если вам не сложно... Так, Аня, дай ключи. Если вам не сложно, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете. То есть стоит ли мне продолжать... Аня, ты что сделал, блин, тут же ключи заедать, мы еще в машине будем сидеть до конца жизни. Так что, ребят, если вам... Если вам нравятся мои видео, именно... Блин, что не... Если вам нравится данный видео... Если вам нравится данный видеоблог, то, пожалуйста, напишите в комментариях, мол, крутой видеоблог, напишите, чего не хватает, мало ли там звук или еще что-то. Пожалуйста, напишите все, что вы думаете по поводу данного видео. Потому что для меня это очень важно, потому что я принимаю любую конструктивную критику. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК или Илья. Или топ-ютубер, или топ-1 видеоблогер города Полтавы. Всем удачи! И всем пока! Пока-пока! У-у-у!